Приветствую вас. Ну да, да, Шойгу, скорее всего, что-то случилось. То ли инфаркт, то ли действительно уволили. Это не принципиально. Может, обратили внимание, что такой бравый российский генерал рассказал, что все идет по плану, все замечательно. Но поймите, ну не может же он сказать, что все провалилось. Ну представьте, начинает выступать такой генерал, говорит, пацаны, провалилось. Нет, ну все по плану. Еще раз хочу вам напомнить, я несколько раз в видео просто это делал, что да, действительно, у Путина были такие планы, даже не Путин, Кремля, что русская армия начинает наступать, тут сразу восстание, Зеленского сбрасывает, возвращает Януковича, было, ребята, ну как вам так объяснить, но они считали, как сработает, не сработает, поэтому планы поменялись, да. Ну, поймите, в войне это бывает. Ой, умоляю вас, вы что думаете? Первая-последняя война? Ну, поймите, всегда в войне одни планы, но другие, третий, четвертый. Да, на сегодняшний день блицкриг не получится. То есть, поменять власть в Украине не получилось. Все, Януковича, помните, уже там пару раз возили, уже никто никуда не возит. Все. Уже неинтересно. Теперь, да, тактика поменялась, и, ну, как бы теперь уже шорит. Нет, мы не хотели менять власть в Украине. Ну, врут, конечно, ну, как всегда. Теперь наша цель Донбасс и так дальше. Ну, я скажу так. Донбасс и раньше была цель. А сейчас, да, действительно, Путину нужна как бы победа. Ну, ладно, хорошо. Не получилось захватить всю Украину. Давайте захватим кусочек. Победа. По этой причине вот русский генерал озвучил слова Путина. Ну, точнее, даже Кремля. Что давайте так. Не, мы не хотели все так дальше. Да, Киев не взяли. Но это мы не планировали брать. Это все чепуха. А вот Донбасс. Да. Да, действительно, не исключено. Сейчас максимум, так сказать, армии, внимания будет приковано действительно к Донбассу. Не спорю. Такая ситуация. Ну, тут еще вы скажете, Херсон, Запорожье. Да, юг Украины. Это факт. И да, действительно, скорее всего, там будут основные боевые действия. И теперь стоит задача украинской армии переломить. Вы же понимаете ситуацию. Если ничего не получится с Донбассом, следующее выступление российского генерала будет приблизительно следующее. Мы ничего не хотели. Мы хотели защитить Крым. Да, серьезно. А вот ну, то, что мы там ушли со всех, что мы везде проиграли, мы так и планировали, что мы везде проиграли. Но мы хотим защитить Крым. Нет, действительно, ситуация складывается такой момент, что украинская армия может не только отбить российскую, но сами видите, что фактически, да, то, что наступление было полностью выдохлось. Я понимаю, вы скажете, вот там что-то, где-то, нет, боевые действия. Ну, то, что военно называется, перешло в боевые позиции. То есть, не, да, война затягивается, да, что называется, две стороны уже начинают выстраивать фронт. Да, такое имеет место. И теперь действительно стоит задача украинской армии разгромить российскую, вернуть Крым. Эх, жаль, нельзя зайти на территорию России. Нельзя, не зайдут. Понимаете, тут в чем курьез. Вот, с точки зрения военной тактики, наша российская армия зашла на территорию России и начала двигаться вглубь России. Тогда действительно было проще заключить мирный договор. Нельзя. Нельзя. Можно только до границ. Ну, Крым еще раз, территория Украины. Так что да, в Крым украинская армия зайдет. Это однозначно. Донбасс тоже. Такой факт. А остальное просто нельзя. Так что тут все очень просто. Не, ну действительно, поймите правильно, что... Еще раз говорю, давайте не Путин. Крым понял, что он проиграл. Ну, то, что он планировал, не получилось. Теперь ему нужен новый как бы цель, новый лозунг... Ну, как-то наш оправдывать жителям России, ради чего это? Зарплата упала, доллар взлетел, цены взлетели. Вот, оправдывать. Мы хотим Донбасс. Ну, после того, когда с Донбассом ничего не получится, мы хотим Крым. Ну, а дальше уже будет придумать что-то другое. Вот такая вот ситуация, вы что думаете? Но война продолжается, да, война продолжается. И вот опять же, то, что я постоянно задавал вопрос, когда она закончится, никто не знает. Никто. Тут действительно, она сейчас пришла в позиционную войну, когда, как видите, там вот битвы возле сел, каких-то регионов, тогда что-то получается, что-то не получается. Да, это позиционная борьба. Это будет. Ну, понятное дело, сейчас довольно сильно разворачивается то, что называется партизанское движение. Это действительно факт. И будет сильнее разворачиваться. Понимаете, тут какая ситуация. Русский солдат, ну, украинцы воспринимают как
преступников, оккупантов. И тут вот эти все даже, вот там очень смешные, там они пытались там листовки раздать какие-то. Боже, какое убожество, ребят. Вы что, серьезно думаете, что вас не будут убивать? Да будет на каждом углу убивать. Ну, поймите, отношение к русским солдатам очень простое. Это враг. Его убивают. Все. Все эти великие Путины. Замолчите своим, вы Путина сами ненавидите. Вот тоже. Ребята, прекращайте. Прекращайте вот эти мне разговоры. Вы же, вот, понимаете, в чем курьез заключается? Самая смешная ситуация. Да, если надо поругаться, это говорит, вот Путин великий, но... Если стоит цель, спросить, как вы живете, а Путин такой, да, так и есть. Вы чего ненавидите, да, но тут да, так что есть. Ну тут действительно ситуация просто сейчас как бы переломилась, и да, на сегодняшний момент российская армия полностью проиграла. По этой причине вот бедным российским генералам приходилось сказать, нет, мы так не хотели, мы хотели там, врете, ребята, врете, хотели, но не получилось, не получилось. Так что, вот такие вот новости, ребята. А вы что думали?